Эту землю называют Новой Андалузией, землей солнца, землей желаний сердца. Называют инопланетной, а чаще всего землей очарования. В Нью-Мексико зима, весна, лето и осень иногда могут жить вместе. Ты поднимаешься в гору и видишь их из окна машины. Километры и километры равнины, пустыни, горные хребты, леса, пространство, пространство. Небо особенное, и его много. Небо везде. Чуть более 2 миллионов человек на 300 тысяч квадратных километров. Это означает на один чуть больше 6 жителей. Здесь сложный климат, мало городов, мало работы. Нью-Мексико – один из самых бедных штатов Америки, с богатым прошлым. Это земля индейских племен. В 16 веке сюда пришли завоеватели – испанцы. Их потомков сегодня называют хиспанос. Потом это была часть Мексики. У мексиканцев, которые живут здесь, свое имя – чиканос. После победы США в американо-мексиканской войне настало время пионеров Дикого Запада. Прошлое здесь – часть повседневной жизни. Что правда, а что легенда? Правда – все. И легенда – все. Санта-Фе – самая старая столица штатов США, основана в 1610 году, а ее полное название – как имя благородной сеньоры – «La Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Assis». В Санта-Фе около 70 тысяч жителей, при этом в процентном соотношении здесь больше всего в США художников и писателей. Художники – это из-за здешнего света. Он особенный, идеальный для рисования. А писатели – это потому, что здесь повсюду сюжет для рассказа. Например, о чудо-лестнице в капелле Лоретто. Часовню построили в конце 19 века, но ошиблись, и нижний этаж оказался не соединен с балконом для хора. Монахини ордена Лоретто молились 9 дней, и перед ними явился молчаливый плотник. Он построил лестницу без единого гвоздя и исчез. За работу ничего не взял. Имя таинственного мастера до сих пор неизвестно. Известно лишь то, что лестница сделана из канадской ели. И много лет монахини поднимались и спускались по ней, только на четвереньках. Так у них кружилась голова. Говорят, что похожий на загадочного плотника человек погиб в пьяной драке в городе Лас-Крусес. А еще, что к северу от Санта-Фе есть город, где появилось самое смертоносное оружие в мировой истории. В 1939 году группа физиков-атомщиков, среди них Альберт Эйнштейн, написала письмо президенту США Франклину Делано Рузвельту о новых разработках в области ядерной физики. Разработках, позволяющих создать оружие, подобного которому никто до тех пор не мог себе даже представить. Рузвельт назначил специальную комиссию. Спустя несколько лет, когда Америка была вовлечена во Вторую мировую, появилась особая группа ученых, целью которой было создать ядерную бомбу до того, как это удастся нацистской Германии. Программу назвали «Манхэттенский проект». Ее научным руководителем стал Роберт Оппенгеймер, военным – генерал-лейтенант Лесли Гровс. Города Лос-Аламос тогда не было. Было только плато, похожее на плавучий остров из романа «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта. В 1943 году сюда стали приезжать таинственные люди. Лучшие ученые Америки жили и работали здесь, не имея права никому рассказывать о том, чем именно они занимаются. По свидетельству этих людей, их инструктировали, например, так. Но спросят, скажете, мы делаем дырки от бубликов. Были и другие тайные города. Однако именно Лос-Аламос стал мозговым центром проекта. Чтобы выехать из Лос-Аламос, даже ненадолго, им нужен был специальный документ. Просто, чтобы пойти куда-то поужинать в Санта-Фе. А еще им было запрещено общаться с кем-либо, кроме участников проекта. Интересный факт. Средний возраст ученых был 25-27 лет. В первый же год здесь родились 80 детей. Лесли Гровс был очень смущен. Даже жаловался Оппенгеймеру. Оппенгеймер ему, а что вы хотите? Они же здесь как кролики в клетке. Джон Чарльз проработал в лаборатории много лет. Он знаком с некоторыми участниками Манхэттенского проекта лично и говорит об их энтузиазме. Они понимали, что решают судьбу войны. Оппенгеймер так и говорил им, то, что вы делаете, чрезвычайно важно. Это ваш вклад. Именно вы можете сделать так, что война скоро закончится.
Первую бомбу взорвали 16 июля 1945 года на полигоне Алмагордо, Нью-Мексико. Мы знали, мир уже не будет прежним. Кто-то смеялся, кто-то плакал, кто-то молчал. А я вспомнил строчку из Бхагавад-гиты. Вишну пытается убедить воина выполнить свой долг. Показывается ему в устрашающем виде со множеством рук. И говорит: «Теперь я стал смертью, разрушителем миров». Мне кажется, все мы чувствовали что-то подобное. После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки многие ученые уехали из Лос-Аламос. Другие остались и работали уже во времена Холодной войны. Национальная лаборатория Лос-Аламос до сих пор один из важнейших в США научных центров. Занимается оборонной промышленностью, ну и другими исследованиями. Например, одна из камер на марсоходе была разработана именно здесь. Хотя это проект НАСА, а не военный проект. Этот город больше не секретный объект. Однако Джон Чарльз так и не рассказал нам, чем именно занимался в лаборатории. Оружием занимался. Больше я вам ничего не скажу. Некоторые жители города Таос, чуть севернее Лос-Аламос, думают, что это из-за близости лаборатории. Они постоянно слышат странный гул. Кому-то гул мешает настолько, что он уезжает из Таоса. Другие привыкли к нему и говорят, что он как урчание старого холодильника. Может, дело в сейсмических сдвигах. Может быть, духи, может быть, привидения. Что бы это ни было, оно гудит. Не все его слышат. А вы слышите? Может, и слышу. Гул Таоса появился в 60-е, вот что. И придумали его эти хиппи, которые глотали ЛСД. Никакого гула нет, только у некоторых в голове. Я чувствую интересную вибрацию, которую не нахожу больше нигде. Вы видели мост через Рио-Гранде? Нашу замечательную впадину Рио-Гранде? Может быть, это энергия природы, этот гул? А может, это потому, что у нас здесь старейшее индейское поселение Таос-Пуэбло? Духовная сила этих мест? Может, из-за нее люди слышат гул? Неа. Ничего не слышу. Вот так мы и заливаем воду. Обычно уходит минут 20 на полный бак. Каждый день Дарлин Арвисо развозит воду. Поэтому здесь ее называют поэтично – «Леди Вода». Мы в индейской резервации племени Навахо, самой большой в США. Здесь живут 350 тысяч человек. У более 30% жителей нет водопровода. Мало осадков, сухая земля. А еще в резервации десятилетиями добывали уран. И здешнюю воду пить нельзя. Мы привыкли так жить. У нашего племени в других районах резервации не было и электричества. А сейчас уже 2 года есть. Это медленно все. Надо ждать. Годами, но надо ждать. Терпение. Дарлин смотрит на гору Тейлор, она для индейцев священная. Также на эту гору смотрели ее родители и их родители. Они тоже жили без водопровода. Те, у кого нет воды, идут к соседям. Так и помогаем друг другу. Даже если у кого есть ведро воды, они уже делятся. Мы много воды не используем, мы бережем воду. По возможности помогает местная христианская миссия. Благодаря ей Дарлин и ее напарница Тереза развозят воду на грузовике. 7 дней в неделю. Дарлин и Тереза знакомы всю жизнь. Родились здесь, выросли. Она меня совсем маленькой помнит. Да, ага. Компания Dig Deep обычно работает в странах третьего мира. Здесь, в резервации, она устанавливает под домами специальные баки.
В них воду можно заливать раз в месяц. Пока домов с такими баками немного. Но Изабелла, например, открывает кран и может помыть посуду. Налить воды в кастрюлю и сварить суп. Я уже старею. Мне трудно пойти и набрать воды. Поэтому теперь гораздо лучше. Мне стало совсем просто жить. У Изабелл 7 детей, 22 внука. Она вырастила их без электричества и без водопровода. Изабелл не хотела бы жить в городе. Где там гулять? Дома все заслоняют. А тут иди себе гуляй, гуляй. И на лошадях. Так здорово. Мой внучок младший, ему 5. Он сам ходит, кормит их, лошадей. У Вирджинии с недавних пор тоже водопровод. На доме флаг США. Я американка. И очень этим горжусь. Мы, индейцы, были здесь первыми. И мы все еще здесь. Мы очень сильные. Сила от горы Тейлор. В доме тепло, есть вода. Приснился кошмар. Налей стакан воды. Выпей его и помолись Всевышнему. И вода, которую ты выпил, она очистит тебя, она сделает тебя прозрачным. Она ведь прозрачная. Это Крис Мейер. И это Крис Мейер. Сегодня он готовит для нас пасоли, традиционно главное в Нью-Мексико блюдо. Крис – актер и повар. Крис живет в Таусе уже много лет, летает на съемки и возвращается. Здесь у него кулинарная школа. А пасоли – это густой суп из дробленой кукурузы и мяса. В него добавляют зеленые или красные перцы чили. А если добавить и зеленые, и красные вместе, это называют Рождество. Кухня Нью-Мексико построена на этих чили, на зеленом и красном. Красный перец чили – это зеленый, только более зрелый. Поэтому вкус у него слаще, зато зеленый более жгучий. Главное в доме Криса – кухня. Главное на кухне – плита 1948 года. И как работает хорошо? Когда хочет. Она пожилая дама с характером. Но я терплю все, потому что она красавица. Оливковое масло, много лука и чеснока, порошок красного чили. А вы сами любите пасоли? Обожаю! Зеленый чили, кориандр, корица, тмин и немного какао. Мясо, курица или свинина. Пасоли придумали индейцы много веков назад. Сохранились рецепты зеленого и красного пасоли в дневниках испанских завоевателей. Вот такая еда тебя и согревает изнутри. Мы говорим о Нью-Мексико. Штат, который всегда нуждается в новом капитале, стал съемочной площадкой для множества фильмов. Нью-Мексико предложил Голливуду серьезные налоговые льготы для съемок. Потом здесь прекрасная пустыня. Мы можем показать любую пустыню в любом уголке света. За последние 10 лет здесь сняли несколько сериалов. Самый известный, конечно, это Breaking Bad. Во все тяжкие. В Альбукерке легко почувствовать себя персонажем сериала «Во все тяжкие». Проехать мимо домов главных героев и даже посмотреть на настоящих владельцев. Посидеть в ресторанчике злодея из сериала. Увидеть в неожиданном месте знакомое лицо. Эй, вы! О, боже, напугал! Какой красавчик! В центре города мы видим жилой фургон, домик на колесах. Копию того, где главные герои варили голубой метамфетамин. Экскурсоводы Фрэнки, Дилан и Райан показывают туристам достопримечательности из сериала. Это работа мечты. Я никогда не думал, что мне так повезет. Думал, буду в офисе где-то работать с 9 до 5, и смотрите, чем я занимаюсь.
Нью-Мексико на третьем месте в стране по употреблению наркотиков среди подростков. По употреблению среди взрослых на 14-м. Причины – безработица, недостаточное финансирование школ. Эпицентр наркокризиса в Альбукерке нет в сериале «Во все тяжкие». В центре города у знаменитого шоссе 66 – район, который называют «зоной войны». Когда я был во втором классе, мой приемный отец, он меня вырастил, он напился и взял моего братика в заложники, угрожал перерезать ему горло. Я познакомился с ним случайно, когда проходил по городу. Просто подошел, и мы разговорились. Он рассказал мне, что провел много лет в тюрьме из-за наркотиков. У него потрясающая история, он уже много лет не употребляет наркотики. Он закончил институт, женат, у него четверо детей. Он работает в том же детском приюте, где и сам жил когда-то. Фрэнк Бласкис и Джон Акоста снимают видео о тех, кто преодолел зависимость. Их канал на YouTube называется Duke City Diaries. За первые пару дней после выхода каждого видео сотни тысяч просмотров. Видео пока 4. Наши истории – попытка показать ребят, которым когда-то не повезло. Показать их живыми людьми. Мы неплохо понимаем их. Я родился в бедности. Мои родители родились в бедности. Я американец мексиканского происхождения в первом поколении. Герои рассказывают о себе чаще всего на заднем сидении машины. Это потому, что ходить, просто ходить по зоне войны небезопасно, тем более с видеокамерой. В 5 минутах езды от зоны войны – один из самых благополучных районов Альбукерки. Ночью контраст особенно заметен. Мало света. Мы разговариваем с Фрэнком и Джоном у яркого пятна заправочной станции. Знаете, в чем тут дело? В том, что на этих людей смотрят как на грязь. Это проще, это всегда проще. Отвернуться всегда легче всего. А мы хотим сказать, смотрите, давайте вместе посмотрим. Как преодолеть зависимость, если не представляешь себе жизни не в зоне войны? Я больше нигде никогда все равно не был, понимаете? Жасмин Артега, медсестра в стоматологическом кабинете, преподает спортивные танцы. Яркая, как кинозвезда, на нее хочется смотреть. Я бывшая наркоманка, героин. Я провела 2 года в тюрьме, еще по мелким срокам. Я не употребляю наркотики с 2012 года. Камера наблюдает, как Жасмин танцует в клубе с подругами. Я прошла через столько всего, да и сейчас мне нелегко, но я смотрю на все, чего достигла. Просто смотрю на свою машину, на квартиру, думаю о своей семье. Они верят в меня, верят мне. Почему она согласилась на участие в проекте? Первого же дня, как я вышла из тюрьмы, я хотела помогать таким, как я. Я больше с ними не в одной компании, особенно с молодыми ребятами. Но я хочу помочь. Я все равно, как они. Может, вот он, шанс, и я его не упущу. Я так часто проходил по этим улицам, видел людей, которые здесь живут. Я буквально видел, что этим людям есть что рассказать. Они интриговали меня. Мне хотелось заглянуть глубже, узнать их истории. Все, что у меня было, это именно этот интерес. Я не могу сказать, что меня поразило само их желание говорить, но меня поразила их откровенность, искренность. То, как охотно они пускают нас в свой мир. Оказывается, достаточно просто спросить, а их никто никогда не спрашивал. Основной источник дохода для штата – туризм. Сюда едут из-за природы, за острым супом посоли, из культур и воспоминаний. Always singing round and round.
Мы в самом центре старого Альбукерки. Вот посмотрите, здесь старые индейские глинобитные постройки. С этой стороны католическая церковь, вся эта испанская архитектура. Здесь памятник войскам конфедерации во время гражданской войны между севером и югом. Ну а здесь Мексика. А каждую осень сюда приезжают за особым опытом. Встать затемно. Сесть за руль. В 5 утра на поле недалеко от Альбукерки тысячи людей. Можно подумать, что это ярмарка, но ярмарки не проводят так рано. Ты все ищешь их глазами, и вдруг они загораются прямо перед тобой. В 1972 году два человека, Сид Каттер и Том Роттерфурд, как-то обсуждали, как отметить 50-ю годовщину местной радиостанции. Сид говорит: «Слушай, а у меня есть воздушный шар. Давай я позвоню друзьям, и мы взлетим». Тогда в небо поднялись 13 шаров. Сегодня, вне самого знаменитого в мире фестиваля, до 550 шаров. Каждый раз, когда они взлетают, это по-настоящему волшебный момент. Ты видишь приключения. В современном мире чудес почти нет. А шар, понимаете, когда он летит, все, что ты можешь контролировать, это время взлета и время, когда шар снова приземлится. Все остальное — волшебство. Ведь только ветер решает, куда он полетит. Наш пилот Филипп из Бельгии. Как на вашем языке воздушный шар? Warme Luftballon. Warme Luftballon. Плетеная корзина. Каждые два человека плюс пилот. Иногда три. Рядом может оказаться шар в виде Иисуса. В виде сапога. Эй, там, на сапоге! В виде Шалтая-Болтая. Грустного Ван Гога, забавных пчел. Ты вдруг совсем легкий, который час не имеет значения. Кто ты, чем занимаешься, неважно. Ты ребенок, ты летишь на воздушном шаре. Экономике Альбукерки этот фестиваль необходим, как редкий здесь дождь. В 2017-м прибыль от него составила более 100 миллионов долларов. Сейчас мы будем приземляться, нам сказали, что нужно схватиться за специальные тут такие веревки и чуть-чуть присесть. Сразу вспоминается книга «Незнайка», и как они все выступались из корзины. Корзина перевернулась на бок, и они выступились из корзины. Поэтому немножко страшно, но сейчас посмотрим. Оказывается, наш шар был слон. Нью-Мексико, земля очарования. Здесь, кажется, и ты очарован. Летаешь над прошлым на воздушном шаре. Черпаешь силу в воздухе и воде. Осмысливаешь то, что не в силах изменить. А то, что можешь, превращаешь в живые картинки. Или просто рисуешь маслом на холсте. И во всем замечаешь волшебство. И на все смотришь с надеждой.